Семена люпина Lupini Yellow Shades, Lupinus polyphyllus Yellow Shades, это декоративное многолетнее красиво цветущее растение. Сорт идеально подходит для оформления приусадебных участков, озеленения газонов, создания цветочных композиций и альпинариев. Используется как бордюрное растение. Расти предпочитает на солнечных участках и в полутени. Высота кустов составляет 50 см. Листва изумрудного оттенка. Соцветия распускаются в начале июня. Второй раз зацветают в августе. Цветки насыщенного желтого оттенка. Lupin Lupini Yellow Shades – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Lupin прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. По типу ствола Lupin Lupini Yellow Shades можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания люпина прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает Lupin Lupini Yellow Shades в месяц июнь, а второй раз может цвести в месяц август. Цветы имеют средний аромат. Интересные цветы люпин могут быть до 1 см. Лист этого прекрасного растения по форме пальчато сложные черешковые. Обратите внимание, что Lupin Lupini Yellow Shades – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.